Я слишком большие надежды связывал с этим турниром. Не буду лукавить. Слишком много усилий пришлось приложить для того, чтобы, ну, во-первых, занять достойное положение в первой европейской лиге Kings of Wood, и с тем, чтобы добиться организации подобного рода турнира и развитие вот такого сотрудничества с теми европейскими клубами, которые существенно раньше российских начали развитие кроссфита как такового. Тем не менее, так сказать, такие договоренности состоялись, и турнир, который был запланирован еще в феврале месяце, так сказать, во время визита руководства Kings of Wood на Кипр, сегодня, 25 апреля, состоялся. Конечно, я рассчитывал на победу. На победу и никак иначе. Иначе незачем ехать на соревнования подобного рода, если ты не хочешь выиграть. Я скажу более того, у нас как никогда были одни из самых предпочтительных шансов за то, чтобы победить. У нас была мощнейшая мужская составляющая команды. Это неоднократные победители всех возможных турниров российских и международных в разное время, встававшие на высшие и чуть пониже ступеньки пьедестала почета. Александр Пантелеев, Эраст Палкин, Сергей Колтовской. У нас была сильнейшая, насколько только это возможно, женская команда Российской Федерации, поскольку Оксана Сливенко в представлениях не нуждается. Екатерина Ильина, последняя чемпионка Большого Кубка предыдущего года. Оксана Пикмулова, победительница последних земных игр Гераклиона. Казалось бы, куда выше и дальше. Но случилось так, что мы проиграли. Мы проиграли не так много в первом задании, которое было сугубо силовым. В общей сложности мы отстали от наших конкурентов в суммарном выражении всего лишь на 15 килограммов. И ребята были все выше всяких похвал. С личными рекордами закончили выступления Александр Пантелеев и Сергей Колтовской. Очень высокий результат показал более 150 килограммов Эраст Палкин. Мы выдающимся образом отыграли поражение в первом туре во втором конкурсе, при этом отстав, опережая в самом начале, отдав победу во втором, на втором этапе, сумели, тем не менее, усилиями Пантелеева и Сливенко сделать невозможное. Это была борьба, достойная и превосходящая по своему накалу Олимпийские игры. Тем не менее, это случилось. Мы, к сожалению, опять подотстали с девочками в третьем задании. И ребята, хотя многое нагнали, но окончательный итог оказался не в нашу пользу. Одним словом, с общим счетом 2-1 команда Российской Федерации уступила по-настоящему сборной команде Европы, в которой выступали одни из лучших атлетов, каждый из которых прошел на региональные игры. Выводы. Выводов много. Я думаю, тренерам есть над чем работать. Не хочу сейчас заниматься какими-то мелкотравчатыми, так сказать, разборками полетов. Вот. Мы уже на достаточно высоком уровне находимся. Тот турнир, который при нашей инициативе и с нашей организацией был проведен в Брюсселе, вот здесь, в Мекке, по сути дела, компании Power Factory, которая является одним из основных инициаторов развития кроссфита на европейском континенте, означает, что мы заняли прочное место в ряду европейских кроссфитеров. Недалеко то время, когда свои победы
нас еще дождутся.